Всем привет! 16 октября у меня стартует очередная серия тренингов. И первым пойдет у меня Лондон против старушки. То есть вот разыгрывается вот так. D4, конь F6. Ну, белые на любые ходы делают следующим ходом, играют слон F4. Ну, кроме C5 или E5, естественно, или G5. Вот. На все остальные ходы белые играют. Вот выводят вот так слона. У нас, так как мы тренируем староиндийскую защиту, нам еще три варианта старушки тоже надо освоить. Мы будем проводить турниры и анализировать партии, вот сыгранные именно этим порядком ходов. Скажем, после G6, то есть я пока не знаю, G6 или D6 мы здесь будем отвечать. Следующий ход белых будет конь F3. Или конь c3, или c4, или e3, или c4. В общем, вот эти линии мы с вами посмотрим. Вот. Но, конечно же, так как мы играем за оба цвета в турнирах, мы посмотрим и другие ответы черных. То есть и c5, и d5, и e6. То есть обо всех этих планах я вам расскажу. Белыми первым начал применять вот именно вот этот коварный порядок ходов, Гатта-Камский, уходя с основной теории. На самом деле знать здесь белым надо не меньше, чем в основных линиях любого дебюта. Почему? Потому что в зависимости от выбора черных возникает, в общем, разная пешечная структура, и нужно проявлять понимание, действуя в любой из этих пешечных структур. Уже массу красивых, хороших партий выиграл белыми здесь Магнус Карлсен. Замечены Грищук и Корякин в употреблении этих вариантов. Ну и очень много детей тоже вот так любят играть. Очень многие ленивые тренеры говорят, вот так расставь, а дальше все просто. Вот. Ну и, в общем, я предлагаю 16 октября. Вот, кстати, расписание можете посмотреть. Вот сейчас место доски практически. С 16 октября у меня пройдет тренинг именно по вот этому варианту. Значит, тренинг состоит из двух лекций в пятницу и в субботу. И дальше идет серия турниров. Турнир, разбор партий. Турнир, разбор партий. Турнир, разбор партий. Турниры у меня стандартные, 100 минут, чтобы можно было сыграть достаточное количество партий. И из них 2-3 наиболее интересные, наиболее поучительные участники тренинга высылают на разбор. Плюсы этого тренинга понятны. Очень быстро мы погружаемся в теорию и тут же начинаем пробовать на практике различные расстановки, проверять идеи, после чего идет разбор, мы выясняем, где мы ошибались, где играли правильно. То есть, по сути, это самый быстрый способ погрузиться в любой вариант. Стоимость участия остается такой же, какая была летом. 1500 рублей за один этап тренинга, то есть вот за этот, то есть за все, что вы видите в расписании. Вторая группа, вот дополнительная группа, вы видите, так вот светленько, да, выделена, она будет в том случае, если будет более 20 человек, участников тренинга. Летом такие были, и вот в пятницу мы начнем именно с Лондона против старушки, потому что в голосовалке в сообществе более 50 человек высказалось за то, чтобы поучаствовать вот в этом тренинге. То есть вероятность того, что будет две группы, очень высокая. Спасибо за внимание. Подключайтесь. Будем изучать. В данном случае Лондон против старушки. До свидания.